Все чаще в автомобиле устанавливаются навигационные системы, предназначенные для ориентации в незнакомой водителю местности поиска оптимального маршрута. Подавляющее большинство таких систем основано на системе глобального спутникового позиционирования – GPS. Однако такая система имеет существенный недостаток – это невозможность работы в зоне неуверенного приема сигнала со спутников в условиях мегаполиса, в тоннелях и подземных гаражах. В этом случае на выручку GPS приходят гироскопические датчики, которые позволяют отследить скорость и направление перемещения автомобиля без участия спутниковой системы. Компания «Мурата», активно занимающаяся вопросами разработок, представила на рынок новый гироскоп серии MEV-50AR. Конструктивно сенсор выполнен в миниатюрном корпусе поверхностного монтажа размером 10 на 10, высотой 3 мм, с соблюдением требований директивы РОХС. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия делает идеальным гироскоп для применения в автомобильной электронике. В будущем компания «Мурата» планирует добавить в гироскопы цифровую схему температурной компенсации. К особенностям можно отнести миниатюрные размеры, высокую точность, чувствительность и быстродействие. Более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте.